Так. Так, вот он можно, да? Да, ну просто, да, вот. И типа, ну, на самом деле, то есть 3-0, 2-1, Fredford Staff там делят третье место и т.д. и т.п. Но надо понимать, кто с кем уже играл, да, и Shopify условных 0, Т1 команд пока встретили. И Fredford Staff до сегодняшнего дня тоже сыграли с Альфами и с Бейтами. И с Бейтами даже 2-1 сыграли. То есть тоже тир команд не было каких-то один. И поэтому как будто бы казалось бы, что они могут быть равны, там где-то близко по счету, близко по таблице. Но обычно Fredford Staff никуда не едут, а Shopify ездит на мажоры и ездит на интернешнлы. Поэтому было интересно посмотреть, к чему все приведет. Но 3-0-2-1, по идее, будет 4-0-2-2. Значит, к столу, да, вот хотел обсудить, и когда бан начались, первый бан Бруда, и я каждый раз, каждый день, вот там, да, перед засыпанием смотрю Сиадоту или Китай, когда просыпаюсь, смотрю там Европу и так далее, везде Бруду оставляют, ее постоянно берут. У нас с тобой просто каждая игра, ну, один раз она где-то была, вот я помню, что мы что-то ее смотрели. Да, разок что-то была Бруда. Разок где-то была, сейчас, может, найду. Может, даже дважды. Дважды точно нет, и мы же все матчи посмотрели, да, то есть... Ты не мог ничего скипануть, я на каждом из них работал. Да, но ты же смотришь другие лиги. ТСМ брали против ТГ на второй карте. Выиграли за 30 минут. И больше Бруды нет. Это же всегда ее в бане. То есть, ну, мне тоже кажется. Я сижу, вот, ну, очевидно, да, я не могу прямо по режиму смотреть все регионы от начала до конца, до упора. И много скипаю по этому делу. Но как я не зайду на какую-нибудь трансляцию, на первый канал, на второй канал, где бы там что ни проходило, постоянно Бруда в пуле, постоянно ее берут. Почему здесь ее так вот прям вот первым баном убирают? А ТСМ дважды брали Бруду реально, они против Наунс, да? На третьей карте еще брали, я вот помню, да. Ты хорош. Блин, я вообще эту карту не забыл, что там Квапа был, я помню. Сейчас я смотрю на драфт, я помню, как она проходила, как там стрики ребята камбэкали, как там Вайпер душил всех. Это же там, да, с Квапой, типа, стоял, и в итоге... ФБ что-то там, типа, ну не ФБ, там соло фраг сделал, что-то еще, Купа вернулся, уже шестой. Это же оно было, ёпер СТ. Вообще вылетел из башки, пока драфта не видел. Ну, короче, сколько у нас? Давай, 2, 4, 6, 8, 13, 15, 25. У нас 31 карта была сыграна, и за 31 карту Бруда два раза появилась. Учитывая, да, что герои, ну, постоянно заезжают в других регионах. Так, если что, на будущее тебе можно не считать количество карт, можно просто пролистать вниз, и там, если ты на Ликвипедии... Там есть статистика, да? Там additional data есть, да. А-а-а. И там написано, сколько матчей сыграно, и сколько у Дайер побед 19. То есть у них винрейт 63%, а у Рейден 36%. Я страницу, видишь, я обновил страницу, и там все еще 30. А мы-то знаем, что здесь уже 1. Мы-то знаем, да. Поэтому, видишь, там тоже так. Ну, добавляешь первый матч, первую карту, которую мы посмотрели, вот тебе и пожалуйста. И, да. Кстати, Shopify за Dire играли, то есть у Dire еще одна победа. Это так, ну сейчас у Рейден будет победа. То есть, мне кажется, вот если бы гипотетически у нас была лига, где играло бы 8 Shopify друг против друга, да, то есть какие-то идеальные такие условия, и в рамках даже такой статистики, если бы не сыграли там 1 100 000 игр, все равно было бы некий дисбаланс, потому что, ну, для них, может быть, для них самих, то есть теперь там Radiant удобнее или Dire удобнее. Может быть, действительно. Поэтому такую статистику тяжело собирать, чтобы она одной отражала хоть что-нибудь. То есть это просто статистика ради статистики, чтобы в эфирное время взять, что имба. А теперь мы возвращаемся в игру. ФП Лина, инстапик, Рубик, Ликантроп. То есть мы с тобой в очередной раз попали в игру, где Лину хотят просто кушать. Бежать на нее так и ее и скушают. Ее и скушают, но я про то, что это как будто бы реально неплохое решение, да, то есть если Лина взять что-то, что просто не дает ей, то есть, ну, рука в руку, кто ее перебивает и гарантированно ее добирается. А ты смотрел же тоже, да, Tundra Secret? Ну, сколько это, то есть, знаешь, так... Ну, вот на второй карте там я удивился с того, что Тайдхантер Рики, линия, да, ну, как бы... Какой у них килл-потенциал вообще на третьем левеле? Достаточно неплохой, сейчас тебе рассказываю. У Рики на третьем... Да-да-да, самый концепт в том, что у Рики на блинке много урона. Это да. Чем он хорош? Что он на третьем уровне имеет два прыжка на лишних 55 урона плюс своя тычка. То есть у тебя по факту там, ну, у него на третьем уровне, я не знаю просто сколько у него там урона, ну, например, 60, да, на 8, просто из башки цифру. Ладно, чуть больше, 70, потому что 60 у него это базовая.
Он что-то купил, два уровня еще взял, ловкость еще получил. Условно возьмем там 70. 2 по 70, плюс 2 по 55, это уже много для третьего уровня. А у тебя еще гаш залетает, который срезает физрезист и позволяет Рике носить больше урона. На третьем уровне, если он его взял в 2, это 4 армора, а если на первом, то 3. И плюс замедло, плюс тычки, плюс красмэш. Короче, на самом деле, то есть это довольно неприятно, довольно больно и сильно зависит от того, какой у тебя саппорт. А то у тебя саппорт-тусик. Вот, если у тебя саппорт-тусик, то он достаточно плотный и жирный, чтобы ну, ты не очень хотел в него прыгивать. Но ты можешь это сделать, потому что он милишник, и он должен подходить. То есть ты начинаешь файт уже в мили, то есть даешь тычки, и блинки остаются, чтобы потом добить, когда он пытается убежать. Ну тут именно смысл в том, что они именно Лину смогли убить. Я вот я очень удивился, я вообще не ожидал, что линия Тайдхантер Рики окажется сильнее, чем тусик Лина. Два вопроса важных. Первый, это она стан отдавала, и потом они прыгали? Там, кстати, камера, как... я думаю, обсерверы тоже не ожидали, что ФБ будет на топе. Ну, не ФБ, а фраг вообще на топе там. А может, это и ФБ было, я не помню уже. Но камеры не было, поэтому я не знаю, как там. Просто в моем понимании, если она не отдает стан, она просто на третьем его может вообще не иметь. Я вот что думаю, да, типа два там пассивка, один Dragon Slave. Ну, Корлин и так обычно делают. Если она без стан, ну, у нее просто впрыгивает, и она не может драться рука в руку и выиграть. Потому что она, ну, не очень... У тебя тусик. Живучая. Ну, а что тусик? Ну, шарды, сноубол. Так. Это вот ж куча гаш времени. Гаш уже залетел, а Рики просто перепрыгивает шарды. Ну, короче, я представляю так, что Лина обязана брать стан. Ну, и вот, в случае влета в себя как-то им попасть. Что чел, очевидно, впрыгнет и будет мансевать. Ну, сложная линия, то есть концепт очень важный для Лины, это то, что ей нужен саппорт, который прямо вот душит, прямо давит. То есть, потому что сама Лина давит, и саппорт должен давить, чтобы до нее не могли дойти. Даже надо дофармить, достоять свой этот Falcon Blade, тогда ее дюрабилити, выживаемость сильно поднимается, и это позволяет ей вот не умирать за каждого два блинка, типа того. Давай вернемся уже так, к нашему столу. Интересно, потому что вещи происходят. Во-первых, Primal Beast. Я думаю, что это может быть мид Primal Beast. И закрывающий, поскольку у Shopify, да, вот Evil Genius, как говорят нам в игре, Бьют Битрайдера, который, по идее, здесь закрывает Трента, закрывает Primal, закрывает Лину. Ах. И когда у тебя ситуация, смотри, вот на будущее, а если вдруг ты когда-то будешь там в про-команду залетать или типа того, и окажешься на драфте, если ты берешь такого героя, как Лину, на ФП и планируешь поставить ее на кэрри, тебе супер важно, чтобы у тебя это был не единственный кэрри-герой, Primal тройка, да, получается? То есть, потому что если Лину, даже один ликантроп уже сколько-то закрывает, у нас еще Clockwork, у нас еще Бэтрайдер, но они точно ее убьют. Вот у тебя нет вариантов ее как-то засейвить. Ты не взял Виспа, ты не взял Оракла, который там сколько-то много времени ей дадут жить. Ты не взял второго кэрри-героя какого-то, кор-героя, семи-кор-героя, то есть условно Лина мида и, допустим, спектра на кэрри. Вот это, то есть кэрри-спектра, семи-кэрри-лина. Здесь ноль. Да, и у тебя типа есть несколько целей, которые надо фокусить, несколько моментов, которые тебе надо в драке проконтролировать. Как выглядит сейчас все для Shopify? Мы просто жмем все наши клавиши в Лину. Что если мы ее убьем, остальные герои нам ничего не сделают. Да мы уже изо дня в день про это говорим, понимаешь? Мы вот изо дня в день про это говорим, про то, что Лину... Как только мы видим Лину в драфте, мы сразу же... Говорим о том, что нужно сделать что-то, либо взять второго кора, либо какой-то сейф. Но мы этого не видим изо дня в день. Либо взять какого-то шейкера, там, Элдер, что-то, короче, что прямо жестко по файту тебе вот будет бегать и мешать бить Лину. Mm-hmm. То есть, условно, там, ты набегаешь на ликантропе, а залетает фиссура, и ты такой сидишь, типа, что делать? Вот что-то такого формата. То есть, а она, ну, она больно делает, она больно бьет, очень быстро бьет. Мы ставили, по-моему, Арк играл на Лине. У него были и не самые удачные, а были, по-моему, удачные. Сейчас я найду эту игру. Welcome Gaming. Где Арк играл. Ну, здесь смотри, из приятного, да, для 5 Red 4 Staff. Тренд Протектор, который секьюрит линию, который линии даст там армор
грубо, ну, против дровки, против ликана. Это хорошо работает, потому что они-то в основном физический дэмэдж наносят. Плюс под овергроу можно разультиться с каймагу. Под пульверайз с праймал биста может разультиться с каймаг. И в целом стаманен, ну, это сигнатурочка его. Это здорово. Ну, удобно, когда есть хороший килл потенциал, и ты можешь киллеров убивать. То есть этого очень не хватало в прошлой игре. Угу. Но вот опять, в моем понимании, тренд здесь лишний. То есть можно было взять любой контроль. Можно. Любого героя со станом, в которого Скай зальет дэмэдж, но при этом он будет делать что-то больше, чем просто бегать, там, давать корневища и так далее. То есть я уверен, что неделя две вообще закончится первый див, да? Ну ладно, может быть не в этот раз тогда. Но вообще от трента отойдут. Возможно, мы во втором дивизионе вообще его не увидим. Когда будем его смотреть... Поехали в игру. Так, давай сразу коэффициенты посмотрим от BadBoom. На вторую карту матч-виннера... Не матч-виннера, а победителя второй карты BadBoom предлагает 1.06 на Shopify и 7.5 на 5RedForStuff. Также они предлагают вам зарегистрироваться и залутать 100% на свой первый депозит по промокоду DPC, баннер под трансляцией. Ну, вы все знаете. Слушай, пока что без этого, без каких-либо тут удивлений. После первой карты, я думаю, веры крайне мало. Да не думаю, мы видим это по коэффициентам. Ну как можно тут поверить? Переигрывают по всем фронтам Shopify. Для этого что-то делают. То есть, из интересного, да, то, что Сибирлайт по итогу или Контроп получил, и Дровка появляется в Артизе. Угу. Дровка сейчас не самый популярный персонаж. Это раз. Во-вторых, Артиз на Ликантропе хорош, да, то есть можно было бы ему дать. Но по итогу сделали тоже прикольно, и вот сейчас посмотрим, как будет работать Ликан плюс Рубик против, получается, Трента, да, с Линой. Угу. Лик сейчас на варде прекрасно всех видят. Свой вард они тоже поставили. В пятером снизу. Абиду надо бы, наверное, не выходить, он же знает, что они здесь. Ну, вообще он должен знать, да. Да. Поэтому Крит забирает на топе одну руну. ДНМ идет за второй, но, по-моему, Крит будет быстрее, еще волк. Его волчок блочит. Красава, красава. А, 4? 3, 3. Что? 3, да-да-да. Это вот опять пятерка ЕС, они очень похожи по написанию. Да-да-да, поэтому я... Ну вот, ДНМ, да, со станом на первом левеле. Ну, это нормально. Ну, чисто ренджа там добить... Ну, это нормальная тема, да. Ну, и урон 100 вместо 85, то есть да. чуть-чуть лучше. То есть я видел, многие качают типа 1.02, потому mm-hmm. что ну, ты она по всем можешь не попасть, а Dragon Slayer, ты, ну, у него и кулдаун меньше, и по всем попадешь, и то есть больше стаков получишь, т.д. и т.п. То есть как будто бы нормальная тема. Ну, вот, да, видишь, станет крипов, первого забирает, второго denied крит, третьего не забирает, подвышкой не справляется ДНМ. Два крипа из четырех у него. Хотя дэмэджа у Лины прилично. Ликантроп волчками выводит крипов себе сам в Сиберлайт. Тренд пытается помешать, встретить крипов где-то в другом месте. И в итоге его курьера съедает крит. И сейчас волчки должны нападать на Лину под крита и отогнать ее, чтобы она здесь просто не получала голду и крит. Но при этом будет тренд мешать добивать крипов. У него все-таки тычка почти в два раза больше. Он заберет всех крипов, но Ликан получит с этого левел, а Лина, она ничего не получила с этого. Сейчас раз крип, там динайн, два крип, динайн, то есть... А тут очень важно, опять же, да, чтобы у Лины прям много было. И да, за каждого теперь уже крипа, которого она недополучила, вот за каждого одного, им тяжелее играть, потому что вся ставка на то, что супер засолит это как-то Лина, и ну, для тебя нужно много вещей. Тайминги. И из приятного у них еще гипотетически пангольер. Мы с тобой видели одну игру, где панга прям вот переворачивал. Они проиграли, но прям переворачивал. Типа 4 в 5 дрались. Да, панга, я помню, да. Это вот он гипотетически при каких-то вещах, при каких-то таймингах может быть себе керри и дать тот импакт, который позволит потом ну, как-то вернуться линии в игру, как-то вот, там, может, драку перевернуть, то есть тут кого-то подцепить, там что-то сделать.
Потому что на самом деле ласпидровка, ну, то есть против панга, против правом беста, это тоже такая себе история. Еще и скаймаг. Ну, то есть тебе по-любому БКБ придется собирать. Лина проседает на топе, погибает. Это важно, чтобы этого не случалось. Когда мы смотрели с тобой вайлдкард против Шипифаев, там два раза они брали Лину и два раза их так вот закрывали. И два раза арк там... Ну, одну играл арк, второй играл Бобиточ. Оба два страдали жестко. Но по крипам птица все хорошо. Тут 13 на 3. Бэтрайдер пока что оставляет себе скиллпоинт. Ну, главное напалм в 2 взять, а дальше уже там по ситуации. Может и банк пригодится, потому что китс прогреты достаточно сильно. Но у него есть еще 2 танка, стики заряжаются постоянно. И на боте везде все спокойно, только вот на топе что-то происходит постоянно. Там альбинозебра нападает на сейберлайта, но... Как же дэмэдж срезают? Кстати, и Рубик срезает дэмэдж, и Ликан срезает дэмэдж. Там суммарно нормально. На 40%, да? На 46% на текущий момент снижение урона. То есть почти 50% у тебя дэмэджа срезается. Так, ну и Альбина Зебра здесь умрет. Да. А там уже шлем, вот Сиберлайт, я вообще не знаю, то есть смысл его бить? На ноль. То есть тут надо какой-то магии лупасть, много маг урона иметь. Тренд не об этом. Ну я не уверен, что какой-то другой бы саппорт сильно помог, то есть тяжело. Так, снизу нападение, дрог, считай, Артизи умрет. Артизи... Оооо, флай, пок! И на развороте. Что, база этой игры, что ли, не могу понять? Что это вообще сейчас было? Как так филигранно-то получилось у него? То есть шансов выжить, так. Знаешь, типа было 0-0-0, много нолей и там где-то единичка. И вот оно случилось, потому что флай просто батя. Но Артизи может все еще погибнуть. Может, да, сейчас да, побежит точно. Спид, но он погибает. Пытался. Видишь, флай опять среагировал, он нажал батарейку, она в крипа залетела и не сбила динозавру разбег. Ну, это лучше, чем ничего, то есть, да, это лучше, чем 15-0 счет. Уже, если да, они, уже неплохо. Если они дровку хотя бы как-то будут прогревать, это уже неплохо. Так и у Лины, на самом деле, крипов много. Да, там парочку это волки, но за волчат там же тоже нормально дают. Поменьше, чем за крипов, но все же. Так, в центре смотри. В центре смотрю. Банка, а китс погиб. А, 20 стиков, лол. Но, ой-ой-ой-ой, а сколько там стаков было? 9? 7, не знаю там. Когда я смотрел, сколько-то уже много было. Ну да. Ну Абит тоже погиб. Поэтому это размен, да. Стомин получил соло эксп, соло бабки, получил линию, да, которая сейчас постоит, сколько-то пока панга железится. И это довольно важно, потому что он 5 уровень возьмет на томить 6. И есть шанс, что он возьмет 6 до 10. И это очень помогает делать фраги какие-то, то есть, ну. Условно, ну, прикинь, на вот такой минуте там влить Мистик Флэйр в дровку. Когда у нее есть. А, она умрет, да? Это... Просто с одного Мистик Флэйр практически. А, ну нет. У нее уже 700. Нет, с одного не умрет, там плюс Tension Seal. Плюс Tension Seal еще и Регем, смотри, свистнул, да, не отдал бы этому. Но спидал на боте. Есть, если что, Манган сможет убежать. Если, правда, Флай не собьет каст, Флай. Что-то в этот раз. Не стал нажимать. Так, хотя Седри, видели. Китс погибает. Ну, чё, снова отправляем качаться, значит, Скаймага? И тринта в этот раз. Ну, пойдет. Сапиков тоже подкачивают. Вообще, если на нетворсе посмотреть, то Лина идет первая. Но прям вот дышит ей в спину Бэтрайдер и Ликан. А дровка на последнем месте. Артизи отстает пока что. Тут надо понимать просто, что Лине осталось жить четверть уровня Ликантропа. А, там уже да. Почти шестой. Там две голды до доминатора, он летит. И шестой левел. То есть, ну, ушел Рубик, потому что Ликантроп он на арене не очень нужен. В итоге Рубик пракшипа мог сделать, да, Ликин в это время соло экспу получал. Вот он левел 6, все, то есть. Ну, Лина не может здесь больше стоять одна. Как только они видят, что вот Лина здесь, а смотри, где Вард сходил, да, поставил крит. То есть, вот сейчас он Лину видит. Есть понимание, идем за крипом, находим тролля,
да, берем стенкой. Тизи снова погибает на боте, и Флай тоже, кстати, погибнет. Да, Флай тоже погибнет. Ноль помощи, да? Бетайдер какой-то бы здесь бы убил вообще всех под вышкой. Так, ладно, они забили на это. Легантроп не стал брать тролля с сеткой, взял со скелетами, и все, Лина, до свидания. Он еще и стан потратил, ну все, тут, по идее, шансов нет. Да, дэмэджа слишком много. Хотя Левин Армор еще под Т2 забежит, но телекинез... Он бежит, все. Но не может убежать, вот в этом суть. Да. И возвращается на линию с шикарным крипом. О, Альбина Зебра еще на закуску, кстати. Его там ульт кончится, тяжелее забрать будет. Так, тоже Изи умер? Да. Третий раз уже. Да, только да, резнулся опять. Дровка реально тут не самый сочный драфт в плане выживаемости у них получился. Он тоже взял себе Falcon Blade, тоже взял себе какой-то вариант, как жить. То есть там Лин взял стан, да, и здесь он взял газ на один. Но не спасает. Не спасает вообще, да, то есть ходит, умирает. И вот он Sky 6 на 8.30, он уже идет вниз с Mystic Flare, можно и Fly убить. Да, изи вообще, есть и Pulverize, подконтролить его. Даже Pulverize и Mystic Flare не под... не потребуется. Забирают, да, то есть, ну, наказывают за слабость в виде дровки, то есть там мог быть либо Ликантроп, либо любой другой какой-то, ну, герой, который получше живет, да, то есть ты мог, ну, не знаю, там, Кэрри Дум взять, Кэрри Марс, то есть какой-то герой, который на, ну, вот этот мог бы нападать, что-то сделать. И раз ты не стал этого делать, то вот впитывай, страдай, поэтому Фредфостав такой подарок в виде дровки реально неплохо реализовали. Но их проблема все еще в том, что дровка не является основной действующей силой, да, в этой игре. Действующая главная сила — это Ликантроп. Дровка — это просто такая микропомощь будет. А у них у самих Лина. И вот Лина недалеко от дровки. Только пошла. Лина. И, ну да, и она совсем одна. Ну вот если хотя бы столец завардили, да, то есть она не подставляется сейчас лишний раз, не выходит на крипов, например. Да, она их не убила, но она не погибла. То есть это не так плохо. Ну, и выход может на быть, центр. Да. Зарешает его, сейчас что видели. Оп, так, ну, центре, столько показался, лосось сейчас получит. А, может даже и не надо, а, не надо даже. Новые скелеты, волки, глиф, наверное, нажать стоит, тир-1 башню. А, они дефть не идут, походу, да? Ну, да. Ой, Стаманен, ты чего? Ты чего? Дружище, не надо тут. Волчком бодиблок. Пошел, пошел бодиблок волчком. Давай, давай. Он кусает, кусает. О, перегнал. Все. Блочит. Ну, настолько быстрый волк, что же тяжело блочить даже. Банка. Банка, ну как же блочить-то теперь? Ну, Абит, да, да. Я позволил тебе жить, как говорится. Заруинил атаку. Ну, неприятно. Стоманен, да? То есть мы видим, что с крипами даже плохо себя чувствует. Рубик его караулит, кстати. Они его увидели. Они его увидели, не знают, идти, не идти. Ну, а, на боте уже Абит качается. А, на Абита выход. Да, более дорогую какую-то цель. У них есть, да, билки, да, посмотрим. Среагирует, Абит не среагирует. Не успел. Абит погиб. Погоди, или? Ладно. Я думал, Pulverize будет как-то от спида. Я тоже думал, что он просто нарет, начал затоптать. Тут еще и дерево со всех сторон Абита зажимает, но Абит погиб. А! Конкассия! Что за грязь? Да ну камон! Ребята, это... Че происходит? Понял, да, то есть жадность, это реально какая-то жадность от спида. Он мог просто нажать ульту, и вообще никаких проблем бы не было. Да. Они сколько просто, секунд? 30 за ним просто, гонялись. Просто убей, они снизу, вот где сейчас он стоит, дошли там почти до Т3 своих. Да. Это супер кек. А ну, что сверху, смотри, на Лину. Да, я уже здесь. 9 секунд, ульты или контропы. Ну, можно напасть раньше, наверное. Рубик спалился. Нельзя будет напасть. Да, уже сразу напасть. Тренд нажал. Воу, 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 воу. И телефон, ребята, бежим отсюда. Под себя стан? Нет, не успевает, спит. В этот раз Pulverize не пожалел. Ну ничего себе, они все выдали, да? Все три ультимейта в него. Да, да, да. Вот так вот, криту. Так тебе.
Бэтбум для вас подготовил акцию для всех новых пользователей. Забирай 100% на свой первый депозит, кликай на баннер под трансляцией и регистрируйся по промокоду DPC. И снова смоук, но в этот раз нет Mystic Flare, поэтому... Ну, скидцам хватить дэмэджа должно, ладно. Ну, он-то не в смоках. На него моргают, трижды поморгали. Угу. Ну, он на варде прям прошел. Потом. Слай должен разделить пятерка, а то он делает, пускай говорит, ну окей. Ну, Артизи уйдет. А, погоди. Ну, есть телепорт. Да, но если он прям сейчас не нажмет, спит. Не успел. Ну, Артизи пошел качать Эншечу. Собственно, почему нет? На центре в это время Амбит. Я не совсем понимаю, почему Лина так просела. Типа, ее так душит жестко, не дает ей качаться. То есть она была топ-1 нетворс. И вроде все это время качается. Даже не погибал, по-моему, ДНМ за это время. Погибал, да. Даже поучаствовал во фраге. Ну вот, да. Где лагуну он разрядил точно. Так, я нашли ДНМ, а хукшот. Далеко. Встает, нет. Встает. Курьера может тогда убить. А, да, это прямо убийство. Да? Так, ну давай пробежимся по-быстрому по слотам. То есть Бэтрайдеру 300 до даггера. Ликантропу 300 до второго шлема. То есть два важных слота. Скоро появятся. Угу. И вот к этому времени надо, чтобы Fighter Творцов, ну, что-то придумали. Слины БКБ пытается сделать, очевидно, не успевает. Диффузал Пангалера, это неплохое решение. Нападение возможно, сейчас на тупа будет Ликантропы, хотят его съесть, он не вызывает Спинола. Чем первого попавшего ставит за просто духа, у которого Векс на Сайленс. Дурацкое название для билд, конечно. Да. Зачем так? И урон 39 плюс 14 тоже дурацкий довольно. Сейчас он его потеряет. Но все-таки да, соточку 100. Заработал. Да, ну еще смотрим, давай с тобой на а кто там? А, там сейчас никого, секунд. Но там кто-то будет. Угу. Там были галены. Оп, посмотри, как флай с критом стоят, понимают, что оппонент их видит. Так, Абит стреляет винта, видит еще куча героев рядом. Решил отойти. А хукшот я слышу, а куда? А, стаманена нашли. А, или еще, или стаманен нашел флая, нет. То есть сильнее, консервная банка или открывашка? Ну, получается, банка сильнее оказалась. Плюс големы. Вот теперь голем. 245 урона. 20 армора. Со скоростью в драке 550. Еще здоровье дает дополнительно. 15%, да. Лишние не будут. Так, ну смотрим, направим без стан. Спрятает он для контропа, один здесь. Стан. Ворует Руби культу, поднимает Лину и зоопарк ее убивает. Да, поздно Китс прикатывается, но катается, время как будто бы выигрывает, сейчас бежать нас все получит. Надо. Бежать отсюда. Рубика, крит, 6 хп, ты представляешь, 6 хп выживает, а тут лассо и зоопарк съест. Дабл килл. Дезер может утонуть, Скай зальет. А где Скай ультимейт? А у него кулдаун еще пару секунд не успеет. Успеет Мистик Флэйр, но во флая. Флай выживает, Сейберлайта забрать. Сейберлайта забрать, получится ли у спида? Нет, не получится. Вернулся. Как это мем? Ты посмотри, на сколько хп все. Флай? Это минус 5. Ультракил для Сейберлайта. Это 4к перевеса. Эта дровка подошла, даже что-то там от курьера забрала. Ну, она, типа, я с вами, герой, парни. Лишний герой в этом драфте, в этом. Да, да. Без нее играют, без нее справляются. То есть, мне кажется, надо было, ну, реально не париться, взять ему просто рандомного какого-то героя, который просто рано в игру подключается. Так, а что у нас там еще коэффициенты остались? Давай посмотрим. Мало ли там что-то. Ну нет. 1-0-1 на Shopify, 13 на 5 Red 4 Staff, на вторую карту. И я вам напоминаю, что можно зарегистрироваться на BetBoom по баннеру в описании, получить 100% на свой первый депозит по промокоду DPC. Ну, Артизи получает себе Аегис. И, ну, по сути, заслуга тут Сейберлайта.
Артизи, ну реально лишняя дровка. Верно подметил. Ну, у него 0-3-0. Угу. То есть он упустил уже 12 фрагов. Ну, может быть, сейчас с Аигисом тут пойдет. У меня была идея, что, возможно, дровка была взята, как герой, который вот с Драгонлэнсом, там, с Пайком, с чем-нибудь, вышки ломать будет. То есть, типа, ликантроп подходить под это все дело в мили, там, ну, не очень круто. Ага. Мог бы забегать, от, нападать, и так вот, типа, вот байт на дровку будет. Так, видит Стоманина. Стоманин тоже их видит, кстати. А, реально видит. Да. Все друг друга видят, но погибают. А, Бет подцепил спида. Кто здесь флай может продлить еще контроль. Хукшот. Закроет Коги и Абит дожжет. Ну, началось. Все. Но оно же и не заканчивалось. Но оно не заканчивалось, будем честны. Ликон с нулевой. Типа, супер себя чувствовал. Шестой уровень, да, то есть сделал фраг, сходил. Угу. На топе два волка и голем. Грызут. Так, шейпшифт я слышу. Лину. Лина. Крита заберут. Окей, крита забрали, но что дальше делать? Овергроу выигрывает время. Мистик Флэйр, но Китс прокатывается и выталкивает из Мистик Флэйр. И шейпшифт все еще действует. Погибает просто плевать. Зебра. Да. Он видит Стомин, такую же булочку хочет забрать его, но... Сейчас она фидит, кстати. Хотя ХП реген и возможно... 150 успевает перехватить, да, успевает взять и Савуха. Ой, съедает. Там параллельно. Съедать им времени через хукшот. Угу. Без даже хукшота. Просто здесь дровка, она же даже никому, ну, своей пассивкой ничего не дает. Ну, то есть Рубик с руки не бьет. Ну, Бетрайдер через, если бы играл там, я не знаю, через шарт через и муншарт. Через ум? Через ум, да. Дровка зато играет через шарт, уже взяла. Начинает пострелять по всем. Еще бахнуть бы аганимчик, да? Ох. Что? Абит соло? Да. Да, причем без лассо он был. Ну, ему и не очень надо, да? То есть тагер, ну, да. Состав, большая мобильность. Там БКБ нет. Кого еще нашли? Китса нашли. Китса со всех сторон закрывают. Живет. А у него все на кулдауне. Ну, кстати, есть уж бакл, и флай погибает. Счет-то 17-11, да? Так на счет смотришь, как будто бы все и неплохо у Five Red for Staff. А потом на циферку чуть левее. Точнее, под 17 смотришь на цифру, и там 8К на 21-й. Дракон, товарищи. Дракон товарищи? Появился. Я делаю это, если не против. Давай. Выпускай дракона, показывай. О, да. И гонка еще под это все. Это босс и альбинозебров. Да. Овергроу ворованный критом. Но Кит катается. Скидает крита, да, неплохо. Вот, кстати, еще чем дровка хороша. Она стреляет, ей все равно. Катайся, Пангольер. Но если ты по ней не попадаешь, по дровке... Что он там, бежит? Бежит, да. Ой, сейчас будет больно. Так. Сейчас будет... Какие ж куски отрываются от него. Иди отсюда. Да, зачем ты прилетел? Зря ты пришел. Еще Лина где-то снизу. Дракон, все, дракон почуял кровь. Нам БКБшки до сих пор нет, и ДНМ тоже погибнет. Хотя спит. Пытается тут как-то что-то сделать. А вот Артизи. Здорово. Я пришел поучаствовать в драках. А, обед. Остается у него 40 хп, есть Иул. Его добьют, скорее всего. А, нет, ну, блин, уже. Да что ж такое-то, а? 23 на 12. Забатил такую драку для команды. Хорош. И смог нажал, и все, ему на зоопарк. Он еще смотри, еще типа такое. Он еще заявляет, да. Да уже и на драках-то толком. Чем 1500, да, заработали? А, погоди, Стаманен... Это он резнулся и чуть еще раз не погиб, если бы смока не было. Он не умер. А, выкупился, а? Он умер. Он умер, он выкупился, да. Он умер, значит, я думал, что он в итоге выжил, но он не выжил. Его же реально съели и... Да. Прилетел потом бестмастер. Ой, прям убийство. Все, короче, поплыл на этой драке. Ты прав. То есть это минус 5, да, получается? Ну, Китса не убили. Китса не убили.
Что-то типчики, а что там его ну, опять запарили? На базе. Mm. На базе, да, там обволков фидит. Ну, а что поделать? Невозможно играть. Невозможно. А он еще и талант взял на 10 урона волков. Волшеб, да. Волков. Да. Там философский камень, и сказать, 49 урона с руки, он вообще не может волчков убить. Ну и у него армор один. Кого подцепили? Спида подцепили. И шейпшит снова пытался спид убежать, но ему не дали. А волки и дракон! Минус. А что, дальше попытка? Ну дальше, что, лагуна в Абе, да, Абе вынужден отступить, ракета по троим, банка залетает, ДНМ, вот оно, БКБ, а что толку, тебя драконы убивают, а варгром еще на дракона бедного, дракон бежать отсюда. Ну и можно базу ломать, кираса есть, тадровки дэмэджа достаточно. Ну, на 24-й 17 уже тысяч. Ждем второго Рошана, получается. Ну, либо пока ГГ напишет Five Red Four Staff. Я ничего не жду, я уже поел. Уже поел, наелся, да? Four тоже поели, на самом деле, я думаю. Но, возможно, еще не наелись. Но если это мишленовский ресторан, мы с тобой обсуждали. Порции маленькие, понимаешь? Не, ну, слушай, 20 минут это не настолько уже маленькие, это похоже на такой, типа, стандартный рейс. Угу, угу. Ну окей. А, Кримсон. У спида. Я даже не обращал внимания, если честно, что собирал Прайм Убийство. И вот у него Кримсон против зоопарка, но там 200 дэмэджа, как бы. Это да, столько. Только не блокируется. Ну, 75 это много. Да, но не 200. Так, смоук. Смоук. У нас 4 героя. Тренд. Без смока. Готовится что-то. Нападение на Абита. А блинк. Понял. Так он хорош. А тут уже шейпшифт. Я слышу. В спину заходит Сайберлайт. Поразведал ситуацию. Альбина Зебру расстрелять. А, Китс. Ну, его ну, тоже забил. Все. Так, ну вот Соманин. С драконом воюет. Там как-то живет под этим подпинсоном. Критс воровал. Интересно, я думал, что типа дать предик, что он реально сворует в этой игре. Ну, и ломаем базу, ладно. Возможно, даже Аегис не нужен. Вообще, как будто бы да. Ну, а вам может пригодиться бонус от BadBoom на первый депозит 100%. Кликай на баннер под трансляцией и регистрируйся по промокоду DPC. Здесь минус мид. Можно и топ ломать. Бот там тир 2 крипы бьют, но не хватит дэмэджа. А, топ можно спокойно сломать. Чё там дота говорит нам? Ну, 1% все еще дает. Мы как бы прошлые играли с нулем процентов. Мы не даем. Мы не даем, да. Но мы, видишь, мы не дота, мы и с нулевой не давали. Дота в будем этом плане честны. Она мудрее, чем мы, потому что всегда, зачастую, да, не всегда, но зачастую оставлять себе шанс для переобувки. Угу. Я когда прихожу и говорю, я пришел за 2 по 20, там, на 2-0, на серию, на эту, шансов оставить себе не даю на камбэк. Так, нападение. Так, на Артизи. Кстати, далеко ну, поставился, но крит. Да, однако спид бегает, Артизи погибает, ДНМ, причем как же остается там 1500. Сверху ликантроп, овергроу, просто чтобы выжить. Но еще параллельно и флая забрали, Альбина Зебра погибает. А Сайберлайт тут один вообще всех не загрызет? Загрызет. А, ну есть пульверайс, окей. Ну, крит шикарно пробежался. Также воруется пульверайс и китс. Китс погибает. Погибает и спид, пишут ГГ и 2-0. Ну, что, в пределах нормы, в пределах ожиданий. Единственное, что расстраивает, да, это что следующая серия в любом случае стартует в 5, потому yeah. что это вот час перед рассветом. Ты сидишь, вот ты знаешь, что в 5 играет Дэнди, в 5 играют Бейты. И вот ты можешь что-то делать, а вынужден до 102-0 ничего не делать и просто час ждать. Mm-hmm. Так, слушай, я нахожусь в той же ситуации, что... Еще раз. Что...
Окей. Да, я не очень хочу выходя на нас что-то рассказывать, потому что по факту, ну, здесь нечего рассказывать. То есть главная проблема мое имхо — это на драфте. Даже с подначкой в виде дровки, которую им подарили Shopify, и, ну, то, что там у нее было 0-3-0, то, что у Спида и у Стоманина что-то было, то, что Стоманин линию поставил, фраги сделал, ТП сделал в центр, соло экспу получил, поставил линию, был 5 уровня уже. Даже с таким стартом, ну, это вообще ни на что не влияло, потому что им нужно было засейвить лину, а это невозможно сделать. Ну, снова ставка на одного, на одну лину не работает. Просто это не работает. И при живом ликантропе, вот когда... То есть, если бы это... Ну, давай придумаем, вот мы с тобой сейчас сядем, по-быстренькому, ага. Прямо, пару минут. Вот у тебя ФП лина, ты получаешь рубик ликантроп, ответную линию. Кого ты можешь себе позволить взять в лину дополнительно вторым героем на пятерку, там, или типа того, кто прям вот позволит эту линию задоминировать и выиграть? А ты не хочешь просто лину на мид переставить? Я могу, но вот если, допустим, гипотетически так получилось, что все, вот у нас лина мид не пошла, и она точно будет в кэре, то есть и мы вынуждены стоять лины против ликантроп Рубик. Что можно добрать на пятерку, чтобы вот не было настолько все плохо у лины и не было настолько все хорошо у ликантропа? Я придумал две идеи. Одна — это какой-то суперконтроль придумать, ну то есть стан плюс стан. Ну что, чтобы... Гармак какой-то? И инвокер в мид, ну, то есть три героя в моем этом плане. И либо Фурион какой-нибудь в офф-линии, который тоже там, ну, прилетит, как-то хлопанет в каком-то файте. То есть, это мои варианты. Вот. А на пятерку, на одну, на одного героя я реально ничего не придумал, что прямо вот позволит эту линию постоять так, чтобы ликантропа ничего не было, чтобы его задоминировали. Ну, ликану сложно, мне кажется, с линой именно задушить. В том-то и дело, что тут проблема уже не в пятерке, а в линии становится, что она не может. То есть она сама хорошо качается, но она и не особо мешает качаться с Saberlight. Как тебе вариант сделать ва-банк ставку и не качать пассивку на линии? Ну, там, не макс ее. А все это, ну, хотя бы там 2-2, например, что-то такого формата. Угу. Потому что, ну, если героев противника нет, крипов она, по идее, и так должна забирать. То есть ты берешь вот пассивку, потому что там уровень на каком-нибудь 5-6-7 ты уходишь в лес, у тебя там пассивка много даст. Фарма, скиллы много фармы не дадут. И вот, может быть, вот так попробуй. То есть, знаешь, именно продушить нюками. То есть взять какую-то там ту же ЦМ-ку условную. Ну, ЦМ-ка плохой герой, ЦМ-контроп, но ты понял по концепту. Да. Что она вот будет давать много макурона, будет давать слоу, лича какого-нибудь, да, который тоже даст новый фрост-щит, и вы будете там бежать. И замедло плюс стан, или взять какого-то там героя со стана, 2 стана дать. То есть я вот такое что-то могу только придумать, и непонятно, будет ли даже это работать. То есть как будто бы ты, возможно, просто не хочешь выпашить лину, если в пуле или контроль плюс что-то. На кэре, Может быть, я хочешь понимаю, да. На мид, да, можно ее поставить, но на кэре действительно нет. Ладно, нам все, что нам остается, это ждать 5 утра по Москве, ждать, наконец-то, матча Бейт. Бейт против Наутс в 5 утра по МСК. Ждем вас. Да вообще там, да, как это говорится, да? Будите бабушек, дедушек, мам, пап, да, все к экранам. Звоните все, вот я да. Сижу, там вот сейчас открываю, например, телегу, да, вот смотрю. Допустим, Егор Жотом Сурков. Последний раз онлайн был 3 часа назад. Позвонить. Разбудите. Вставай, да, листаю дальше, там вот, допустим, Джем. Последний раз онлайн был 2 часа назад. Позвони, дорисай дальше. Там вот Ярослав НС Кузнецов. Где? Сколько? Да у него самого будильник стоит. Час назад был онлайн. Ну, может, уже, да, типа, 2 часа связал паузу. Типа, разбуди. То есть, зазывайте всех, потому что, ну, беты не каждый день играют. Угу. Но, к счастью для нас, они играют сегодня и завтра. Да. И завтра единственная серия вообще, которая, ну, будет в ближайшем долгом будущем, где беты играют не в 5 утра. Да, это правда. И это они правда. Играют против Shopify Rebellion. Ой, матч будет. Да. Но сегодня он тоже хорош. Короче, приходите. Через час 20 примерно по Москве мы стартуем эту серию. Будет сочно. Поболеем за Даню. И надеемся, что какого-нибудь СФ или Пуджану сегодня тоже вытащит. О, да. Ну а мы пока что уходим на паузу. Снова вернемся к вам в 5 утра по МСК.